Домовское космическое целительство, часть 1. Улыбка в глазах. Тепло. Лицо расслабляется. Направляем улыбку в сердце. Приятные ощущения в груди. Хорошее настроение. Тепло, открытость. Сердечная энергия поднимается в голову, окутывает мозг. Мозг отдыхает, расслабляется. Направляем энергию из головы и сердца в живот. Тепло, наполненность, расширение в животе. Направляем энергию глаз, ушей, рта, языка, носа. Все стекает в живот. Центрируемся. Как-то чувствуем набухание, пульсацию или расширение в животе. Направляем энергию в передней линии межброви. Оттуда она распространяется во Вселенную на 6 направлений. Вперед, назад, вверх, вниз, влево, вправо. При этом основное внимание удерживаем в животе. Делаем все легко, играючи, не напрягаясь. Сознаем огненный шар в животе. Огненный шар в сердце. Огненный шар у врат жизни. Огненные сферы разгораются. Не старайтесь. Огненные сферы соединяются друг с другом. Сердечный огонь соединяется с огнем во вратах жизни, врата с животом, живот сердечным. Пускай энергия циркулирует по нему. Включение трех огней. Пускай этот процесс продолжает происходить. Основное внимание в животе. Сфера осознания в животе. Сфера начинает расширяться. Руки расходится, сфера выходит за пределы тела. Наполняем нашу сферу сердечной энергией, теплом, радость, открытость, уважение. После этого мы открываемся, сфера расширяется, излучается во Вселенную. Соединяемся с тождественной энергией Вселенной, энергией сострадания Вселенной. Золотой свет льется сверху.
Осознаем сакральный огонь, горящий в космосе. Зажигаем от него вокруг себя огненную сферу радиусом 1 метр от центрального меридиана. Можете поставить сферу на помещение, где находится дом, район, как вам хочется. Защитники впереди на севере, у нас синяя черепаха. Нежность в почках. Осознайте силу, энергию элемента воды. Сзади у нас красный фазан, радость в сердце. Сила огня, энергия элемента огня. Справа от нас зеленый дракон. Доброта в печени, энергия дерева, гром, молния. Слева от нас белый тигр, мужество легких. Сила элемента металл, сила дождя. Сверху над нами золотой феникс, честность селезенки. Снизу черная черепаха, стабильность, устойчивость, спокойствие земли. Основное внимание в животе. Не концентрируйтесь. Дышите легко, свободно. Умиротворение. Периодически повторяйте эту практику, нарабатывайте